Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет такой интересный видосик для тех, кто очень часто спрашивает, что же ставить командоре. Герой действительно интересный, есть разные варианты сборки, к сожалению, нету скина, и поэтому приходится выбирать что-то универсальное, поэтому, как видите, у меня стоит Ожива 9.9. Сейчас я вам на примере эмблем покажу, какую, кому куда надо качать, но все-таки почему лучше именно Ожива, особенно 9.9, если есть возможность. Если нету возможности 9.9, то даже 8.8 будет лучше, чем все остальное. Сам по себе герой, как видите, наносит атаку, сам себя хилит, понижает входящую атаку, но это в принципе не спасает даже на максимальной прокачке, бьет зонально, восстанавливает жизнь. В общем, вот такой вот герой, очень интересный. У меня он плюс 25 к урону, как видите, есть. Но лучше все-таки, наверное, даже доспех поставить. Какие есть варианты сборки для данного героя? Самое оптимальное — это будет вот такой вот вариант. На нем мы будем тестировать остальные, чтобы вы увидели разницу. Так, давайте поставим. Изначально делаем дефный вариант. Вот такая вот у нас сборка. И ставим ему, точнее ей, священный огонь. То есть можно поставить талантом СО. Такой вариант очень кайфовый в PvP локации. Да, урона меньше, но герой будет дольше у вас стоять и выживать. Вот даже если мы сейчас пойдем в рейд, единственное, что смотритель будет дамажить вне зависимости от того, какая там у вас прокачка, будет просто сносить дофига. Но вот посмотрите на деф. Вот смотрите, раз ударил, и все, и дальше нету. Вот опять она появилась. То есть вот почему как бы Ожива круче всего. Потому что герой оживает у вас, еще дополнительно может ударить несколько раз. Давайте еще. Ну, против смотрителя я уже показывал на примере битвы гильдии, где я одним героем проходил. Ну, нереально просто смотрителя победить. Но вот такие вот варианты лучше всего. Даже если на девятку вы прокачаете, вот посмотрите, уже 50% она вынесла базы. Даже на битву гильдии вот такой вот вариант будет получше, чем все остальное. Вот 70%. Посмотрите, у него там топовые, да, герои. Тудым-сюдым, но 83% мы уже вынесли. Огник не может слить. Единственное, что может убить, это только смотритель. 94%. И она еще раз резнулась. Ну, дальше она уже не добьет. 97%. То есть один герой выносит. То есть можно сюда использовать. Такой вариант хорош даже на PvP локации, на забытую. Опять же, все зависит очень рандом от того, если будет, например, там отражалка. Вот если, допустим, я не знаю, тут попробуем найти кого-то с отражалкой. Попробуем рогатку. Убьется очень быстро, причем. Так, где там она у меня в этой команде? Но с таким вариантом она не настолько дамажная будет и нормально будет себя чувствовать в дефе. Вот посмотрите, намного круче она. Сейчас увидите разницу просто. Ну тут в любом случае и сольют, потому что тут такие герои прокачки, что Unreal. Даже 20-й прорыв не спасет. Один герой как бы против такой пачки ничего не сделает. Но все же это будет лучше, чем в этом поставите что-то другое, скажем так. Так, что там у нас, смертушка затягивает бой. Красиво герои в инвиз уходят. Так, отлично. Давайте еще против этого попробуем. То есть дефный вариант можно использовать фактически везде. Особенно если у вас такая сборка, как у меня. Вот сейчас смотрите, она себе спокойно, по чуть-чуть. Но опять же, Фрея. Даже Фрей ее все равно будет выносить. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть.
Третий раз даже с ангелом она, ну, не добивает. Тут вариантов против Рэя вообще никаких нет. То есть это та сборка, которую можно собрать там, либо поставить СО вкачать и оживу рунами поставить. То есть такой вариант можно сделать. Это самый такой простенький вариант и для таких локаций, как вот это. То есть как там, допустим, битва гильдий. Да, нормально, там все равно будет урона хватать, но, конечно, опять же, насколько она у вас прокачана будет, возможно, она не будет, как у меня, выносить здание, потому что у меня она на максималке. А вот сейчас вы увидите другой вариант и разницу. Вот мы сейчас пойдем на подземки. Сразу заметите разницу. Так, отлично. С этим, в общем, разобрались. То есть такая сборка вполне реальная. СО ставите оживу, либо наоборот. Теперь собираем. Давайте не собираем, давайте с героем побегаем для на подземках. Вот мы пойдем так, чтобы проходить. Да, давайте попробуем так. Начнем с четвертой. Четыре, десять. Как видите, она тут не добивает максимум. Да, она дамажит все. Но смотрим на урон. Она не добивает полностью. Вот 2%. У меня анимашку я убрал, чтобы оно не тормозило, потому что что-то вылетает. Замораживает Нокс на древних. Но зато хорошо видно циферки, как она бьет. То есть мы сейчас пройдемся так с четвертого и дальше, до куда сможем дойти. Ну, вы поняли суть. То есть эту подземку она вроде и выносит. Так. Поехали, 5-10. Попробуем где-то сдали забежать. Знаю, выживет, не выживет. Но не добивает, вы видите. Вот особенно обратите внимание на секунды, за сколько секунд мы проходим. И не забывайте за конкурс, ребят. Время до выходных еще есть. Ну, 52% как бы мы прошли вроде, да? Может и больше сделаем. Но я думаю, Черепов она все равно не сольет. Хотя, в принципе, она зарядила, не Черепа убьет. Нету смысла. Ну, прошли. Поехали шестую. То есть так, чтобы вы понимали, можно одним героем пройти там нормально подземок. Мы сейчас тащим все элитные. То есть, как видите, стан даже нам в плюс. То, что ее станет, это даже плюс. Так, 5%. То есть такой вариант тоже хорош, но учитывайте то, что у меня она прокачана на хорошую атаку, поэтому так, тут сейчас нас вынесут 18%, да, дальше нам надо было с другой стороны зайти. То есть, ну так, в общем, вот как-то так я вам показал. Давайте еще на седьмых. Специально к седьмым подвел. Семерка. Можно еще как вариант ставить выживание. Тоже очень круто. Вы еще можете использовать магию. То есть это тоже как вариант. Пусть там ее сейчас бьют.
Ну, можно с магией, она будет выносить все равно. То есть седьмые. Давайте так, давайте даже магию возьмем. Сразу же, чтобы потом не возвращаться. Использовать его можно во многих локациях. Я вам просто показываю наглядный пример, чтобы вы понимали разницу. Так. Магия. Так, раз, два, три, четыре. То есть используете так вот усиление, еще можете так сделать. Ну, 39, 41, 44. Ну, под усилением, как видите, она нормально 47. Интересно, ну, 50%. То есть прошла. Даже с такой сборкой она проходит налегке. Так, окей. Сейчас я вам просто покажу сразу же атакующий вариант, чтобы вы видели разницу в уроне. Для чего и ставить атакующий вариант? Вот его больше можно использовать на подземках. Если тот вариант на PvP локациях, потому что с пактом ее будут выносить очень быстро. Так, а теперь смотрите, делаем атакующий вариант. Просто ставим сюда ПП, но можно сделать, прокачать ППшку ей, я показывал с ППшкой. Есть обзоры просто и на тот, и на 109, и на ППшку есть обзоры. И ставим сюда панчбокса. Тут плюс-минус делаем ее на атаку. Такая вот сборка. Так, мы без магии побежали, ладно. Ее уже ушатали. Но уже 16%. Мы там практически не били. Сейчас я магию возьму. Давайте не седьмое, давайте с четвертой вот начнем. Точно так же пойдем. Вот то, что я вам говорил, смотрите на секунды. Вот атакующий вариант. Ну, тут, конечно, еще панчбокс, но вот 46, 49, 51. Там, за 10 секунд, да, мы прошли подземку. Пятая. Я не буду вам просто промежуточные показывать подземки, смысла особо нет в этом. Вот смотрите, уже 7%. 24, 42, 50. В общем, разницу видите, да? Это пак просто мы поставили, я поменял немножко руны. Вот 77. Не знаю, как там сейчас с черепами мы справимся. Ну, панчбокс, в общем, нереально крутой. Так, ну тут череп, наверное, сейчас нас ушатает. Вряд ли мы черепа убьем. Ну, 98%, ребят. Там два здания осталось. То есть разницу, думаю, вы уже заметили. Поехали на шестую. Сейчас просто попробуем с магией. То есть такая сборка на подземке, та сборка больше универсальная будет. Но опять же, живо лучше всего, потому что вы можете потом поставить то, что вам надо. Так, давайте кидаем ее. Сейчас атаку. Немножко усиления. 41%, ребят. Мы еще даже не забежали в расту внутрь. Так, заморозили всех. Вот посмотрите разницу. Вот урон 67. Центр мы уже весь вынесли. Теперь у нас осталось только там по краям 80. Сейчас заморозка пропадет уже и все. Я не всех удачно. Ну, 80%. То есть без проблем. А теперь самое интересное. Для чего такая сборка? Особенно для бездоната.
У меня она, конечно, прокачана на максималку, но мы не прокачанные проходили. У вас для этого есть и другие герои. Так, это что у нас? 7. Это я уже на 7-10. Да, она не сделает вам там 7-10 соло проценты. Но она вам даст возможность дойти туда. Сейчас увидите это. Вот 54% уже у нас есть. Как-то быстро, да? Семь два. Та же самая картина. То есть вот почему именно порочный пак, то есть на урон, сборка на урон реально очень крутая. 35. 57, даже без магии. Третья. То же самое, такая еморная для многих подземка. Многие не могут ее пройти. Тридцать восемь. Немножко неправильно мы магию кинули. Но 38% один герой бездонатный. Так, кидаем еще разок. Так, тут у нас малышиники нам мешают. Сорок семь. Вот 51. Прошли. Тоже одна из таких противных подземок для многих. Тут надо было мне магию взять. Тут опять малышиники, которые нас будут сейчас задрачивать. Так, немножко, конечно, опять неудобно. 46, 48. Ну, тоже 50 можно выбить. Я не буду сейчас бегать, просто хочу вам... То есть 50% вполне реально. 48%. Я помню, я ее мучил, блин, со всеми героями там заморачивался. А тут просто магия плюс герой. Поехали дальше. 7-5. Тоже такая, скажем, очень противная подземка для многих. Тоже очень сложно ее, скажем так, проходить. Ай, не успел. Сейчас еще разок. Ну, тоже я ее проходил, показывал уже, когда делал обзор. Можно не сюда, можно сюда забежать, попробовать. Вот 53. Вот что вы на это скажете, ребят? 58%, да? Просто жесть. 71. Я офигею, я помню, ее так мучал. 88%. Да многие еще, наверное, не прошли, мучаются. Так, 3, 4, 5, 6. Шестая, тоже сложная для многих. То же самое.
Ай-яй-яй-яй, молчанку нам дали. 42%, чуть-чуть не хватило. Ну, в принципе, ну ладно, давайте попробуем ее пройти, чтобы уже максималка. Так, была. Будем еще разок. А, я не резнул. Блин, опять на тотем попадаю, ну. А, эти тотемы уже задрали. Давайте попробуем сюда и через хранителя пройти. Да все-таки лучше было. Единственное, там мешают нам немножко. Ну, надо опять удачный заход словить. Опять, ну, 47%. Чуть-чуть не хватает. Вот именно азарт уже. Там та подземка четвертая, там можно налегке, там все здания рядом, а тут зданий побольше. Давайте вот просто начнем сверху. Попробуем такой вариант. Зачем нам бежать оттуда, если можно забежать отсюда? Вот 40%, 43%, 49%, 50%. А, к сожалению, видите, опять попали. Ну, 60%. То есть прошли без проблем. Семь-семь, откройся. Так, ну тут у нас тотемы, по-моему, есть. Если я не ошибаюсь. Ну, тут просто налегке 7-7 проходится за пару секунд. Так, 7-8. Вот 7-9 будет загвоздка. Там проблемно будет немножко проходить. В принципе, тоже должно нормально пройти. Так, 34%, 43%, 47%, 50%. Без проблем. 7-9, тут очень много целей. Тут будет реально проблемно. Но опять же, если позаморачиваться, конечно, малыши Ники. Единственное, кто будет ее шатать. И конкретно причем. процента. Тут, наверное, 34%. Да, тут будет сложновато. Тут малыши Ники, Анубисы, они будут сливать. Но можно попробовать еще вариант поставить выживание. Половить удачу.
Но я думаю, вряд ли выживание нам тут особо поможет. Хотя... То есть, ожива и любой талантик вы можете тогда себе выбирать там на атаку, на деф. В общем, до 7-9 она нас довела. Дальше уже, конечно, посложнее будет. Ну, видите, тут урона уже. Уже нету столько урона. 12%. То есть урона намного меньше. Тут будут сейчас герои сливать. Единственное, что панчбокс, если затащит, и то я сомневаюсь. Ну, 24% от топотулов. В общем, 7-1, 7-8. Соло проходит на ура. А вот такая вот сборка, ребят. Пишите комменты, что вы думаете. Ну, как по мне, это реально очень топовая сборочка. И очень нужная для доната, без доната. Все, я думаю, вы уже поняли, что стоит ставить герою, где использовать, как использовать. Если нет, пишите в комментах, будем еще разбирать. Всем удачи, всем пока.